Людмила Андреевна живет на 10 этаже в доме 112 по улице Георгия Димитрова. Из кранов в ее квартире вместо горячей воды течет чуть теплая. Говорит, посуду мыть целая история. И вот она течет, ее надо много долго сливать, а потом горячий только появляется. Чтобы горячая вода доходила до верхних этажей, рабочие устанавливают на трубопровод специальную циркуляционную шайбу. Это нужно, чтобы правильно распределить потоки горячей воды по всему дому. Ставится такая шайба, она замедляет поток прохождения теплоносителя через трубы. Давление остается прежним, то есть 9 этажи дополучают, но объем горячей воды снижен. Почти весь город уже перешел на летнее водоснабжение. Специалисты отмечают, каждому дому подход индивидуальный. Ответственность за результат делят между собой управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Управляющие компании, помимо того, что ресурсник подает ресурс, обязаны собрать так называемую летнюю схему горячего водоснабжения в каждом жилом доме и осуществлять контроль параметров. Сейчас вот эта работа по сборке, скажем так, летних схем, она завершается. Будут ли в доме ремонтировать систему водоснабжения, решить должны жильцы. Эти работы предусмотрены в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Алина Чемерес, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События.